Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня у нас рыбалка. Стих сегодня с такими удилищами приехал. Это у него карповик. К сожалению, не разборной. Ну, посмотрим. Катушка здесь стоит, наверное, 1500. И леска, наверное, 0,6. Сейчас будем пробовать ловить. Конечно, это все шутки. Живца. Потому что без живца... Я думаю, сегодня не будет дела. А там посмотрим. Хотя ветра у нас нет. Будем снимать рыбалку от А до Я, чтобы вы просто сели и насладились этим кайфом. А ну, попробуй. Надо, короче, менять. Конечно, у нас снасти старенькие. Ну, у кого есть желание, можете скинуть пару копеек. В описании будет, как всегда, ссылочка на помощь для развития канала. На все денег не хватает. Ну, довольствуемся, чем есть. Ух ты. Да, классно кинул. Пускай стоит. Ну, пусть стоит. Отлично. Какая удлинялка. Так, все, расчехляемся. Ну что, приступим. Прикупил я себе, ребята, такой чехольчик. Рекомендую, кстати, всем, чтобы снасти носить в чехле. Вот такой, ребята, чехол, шире, чем сама машина. Сейчас будем устанавливать палочки. И уже подготавливаться. Вот, ребята, кстати, лайфхак, чтобы не кололось. Берете обычную баночку, заматываете в тряпочку, и у вас кончики никогда не пробьют сам чехол. Так, ну и сейчас будем здесь расставляться. Уже тут один рыбак расставился. Вот это далеко поставил. Ты туда даже дырочку нашел. Ага. Ну и сейчас мы будем искать. Опа, есть вторую. Опа, это вообще отлично зашла. И третья. Вообще по красоте. Да? Угу. Так, ну палочки я уже подготовил. Сейчас будем доставать сигнализаторы и свингера. У меня все по фэншую. Три штучки. И один на запас взял китайский. Вдруг что. Ну, в принципе, не должны подвести. Так, второй тоже есть. И три. Так, ну что, поставили. Идем ставить теперь удилище. Старайтесь, чтобы у вас кольца совпадали по прямой линии. Один раз собрали, и потом, чтобы не переделывать. Вот, ребят, вот так их гнется. Идеального ничего в этом мире нет. Ну, вроде бы ровненько. Так, ну палочки у нас готовы. Сейчас будем ставить катушки. Это можно все уже убрать в сумку, пока оно нам не пригодится. По катушечкам у нас все просто. Здесь у меня 0,35 леска без шок-лидера. Шок-лидер на такую леску не ставится. Ну и, в принципе, ставим, продеваем через кольца. Этот вертлюх через кольцо продевается нормально, поэтому вязать его можно будет дома.
Так, берем, ставим. Все довольно просто. Открутили, закрутили. Главное не перестараться, потому что вот эти вот кольца могут лопнуть. Поэтому с умом закручивайте. Здесь, в принципе, отпустили и закрутили ручку. Опа! Есть! Да, погодка сегодня просто на ура. Так, ну сейчас у нас будет самый ответственный процесс, наверное, на рыбалке. Это прием пищи. Небольшой столик у нас. И вот, ребята, смотрите. Картошка, яйцо вареное и сало тоже вареное вместе с котлетой. А, красота. Ребята, присоединяйтесь. Берите вкусняхи, у вас в животе уже бурлит. А, чувствуете этот запах? А, котлетку сейчас бы захавали, да? Ну сейчас, сейчас будем начинать. Сейчас. Тушенку с яйцами. Так, друзья, приступаем к чревоугодничеству. Берем картошечку. Блин, забыл горчицу взять. А у меня она стоит, а я на нее еще гляну. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехороший я человек. Так, ребята, ладно. Всем приятного аппетита. Так. Бери сало. Начинаем процесс. Всем приятного аппетита. А ну пробуй. Сам делал. Свинья сама не может вырасти. Нет, сало. Не. Солил? Не. Просто беру и ем. Все, выключаем. То у нас дождик немножко припустился. А это инзе. Не для продажи. Это для еды. Ну да. Так, все, выключаемся. Вот, друзья, давайте по чайку бахнем. Да. Кто кофе, кто чаечек. Вы уже присоединились, а? А ну, давай. За хорошую рыбалку. Давай. Да мне чаек неплохой. Тем более с такой бабочкой. На природе. Бабочка. Там еще и утенок. О, здесь вообще. У меня все по фэншую, ты видишь? GoPro стоп видео. Закидываем кашу. Каша у нас интересная. Мед? Да. О, раз. Ух ты, ты по-хитрому. Два. Сосочку. Вот так. Подальше, может, отойти. А что за солнышко у тебя появилось? Это ты выбрал меня. Ага, давай подальше. Так, ребята, пробуем затянуть инфекционный. А, ты включил уже, да? И. Давай. Вот этот будет кадр классный. Недалеко. Как ты закидываешь, ага. И я потом перевел, как она упала. Этот недалеко надо. Вот дальний надо хорошо далеко. Ух ты, уже первая поклевка. Так. Раз. И. Подтягиваем. Есть. Ой, тоже вообще класс будет. Бомба. Так. Дугу убираем. Все, кормушка уже на дне. Раз. И два. Это самое не будет мешать?
Да нет. Все. Отлично. Дистанция ловля у нас где-то будет от 50 до 75 метров. Можно и дальше кидать, но нужен шок-лидер и 0,25 леска. Раз. И два. Опустил. GoPro снимай видео. Так, уже конский поклевка, которая произошла после. Карась. Или подлещик. Карась мили. Вот он. Вот он, ребята, первый карась. Сейчас мы вам его. Первый карасишка попался. Убийца в ракурсе. Карася. Убийца карася работает, ребят. Как ни крути. Ну что, размочились? Секретная все-таки каша. Посмотрим. Так, ребят, опустил. Да не пойму. Да не, что-то есть. Есть, есть. Давай, иди к папочке. Ну, этот уже такой. Поинтереснее, да? Сейчас, ребята, покажем. Карася. За нижнюю губу, как по методичке. Сейчас. Вот, вот такой карасевич. Вот ладошка. Ладошечный карась. Угу. Настало время для флет. В общем, ребята, есть у меня консервированная кукуруза по секретному рецепту. И сейчас мы ее будем на волос надевать на крючок. В принципе, ничего сложного нет. Берем парочку кукурузин. Прокалываем ее. Раз. Два. И три. Берем волос. И продеваем эти все три штучки на волос. А, крючки острые. Вот, ближе к крючку. В принципе, поводок у нас сам не тонущий, поэтому цеплять смысла пенопласт нет. Вот, вот такой у нас получается бутербродик. И здесь клипсуем заглушкой. Вот такая вот заглушечка. Так, вот заглушка у нас. И подтягиваем кукурузу. Одна у нас, конечно, соскочила, но ничего страшного. Вот, в принципе, мы зафиксировали ее. Так, берем, закидываем туда крючок с нашей наживкой и трамбуем каши. Так, плотненько. Теперь прикладываем кормушку, вдавливаем, чтобы она аж выскакивала. И сейчас посмотрим, что у нас тут получилось.
О, смотрите, какой пирожочек. И сейчас мы будем пробовать цеплять на карповичок. Отцепляем кормачок. И цепляем наш флет. Чик. Чик. И забрасываем. Отлично. Убираем дугу. Глубина где-то порядка 3,5 метров. О, все упало. И ставим на сигнализатор. Есть, есть, есть. Это уже поинтереснее что-то. Ух ты ж, давит как. Подлещик. Друзья, на часах у нас 2 часа 17 минут. Рыба у нас не клюет с 12. И мы решили немножко перекусить. Рыбалка не идет, зато кулинарочка у нас сейчас просто залетит. О, класс. А, ребята, слышите, как пахнет? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какие желточки. Бля, я б пуй. Я б сырого пуй попа. Так, сорка. Артемовской. Класс. Да? Ай-яй-яй-яй-яй, да. Соль белая. Соль солидара. Ну, если что, подсолим, да, себе? Угу. Да. Так, ну что, жарим. Смотрите, какие желтки, елки-палки. Ой, 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 ой. Красота. Так, ну что, яйца у нас еще минутки 4 и будем выключать. Здесь у нас тушенка, соль солидарская и хлеб. А, слышите, как пахнет? Все-таки на маслом сливочном вкус другой получится. Угу. Так, выгружаем. Раз. Блин, неохота, чтобы они лопнули. Два. И три, и три. Отлично. Ну что, ребята, вот яйца, вот тушенка. Вот, смотрите. Короче, хватит показывать, давай кушать. А ну, сейчас. Многие просто говорят, ты, говорит, не различаешь нормальную тушенку или нет. А ну, ребята, в комментариях напишите, что это за тушенка, а? Лук есть здесь, нет? Нету. А что, ты лук не ешь? Пусть они пишут. Вообще, это жир.
сверху, то там тушенки еще далековато, а вот там уже идет сама тушеночка. Ну и все равно это вкусно, это все вкусно. Ладно, ребята, выключаемся, давайте. Кто с нами, кто без нас, кто на суше, кто на море, давайте, присоединяйтесь. Приятного аппетита, ну и будем перенаживляться, а там уже будем включаться. В общем, все, давайте. Вот, кстати, и кусочки мяса. Цельные, бывают такие не суперские, а это прям, видите, какое? Класс, бомба. Так, ребята, не успел включить камеру. Ну, вот такой карасик у меня клюнул, наконец-то. Дождался я. Дай будем скоро закругляться, потому что что-то сильно не идет. Так, весы на ноль. Просто ради прикола, смотрите какой. Хороший. Угу. 710. 710 грамм. Короче, ребята, караси здесь зачетные. Так что ловите, пробуйте, и у вас все получится. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.